то, что отличает корову от юникорна, это... Да, это рог. И рог еще надо красиво нарисовать с полосочками. Посмотрим, что у тебя там. Идем. Идем посмотрим. Идем. Идем. Мы с ним всем большая. Все, сейчас выключим. Пиано такой есть, но это мы с папой купили. I love piano. Да. Feel the so much. Ну, может, мы не будем сейчас открывать, потом, когда будем с этим что-то делать, чтобы оно не высохло, хорошо? Да. Котя. Горешки. I'm opening that cedar карандашики, да? Ручки. Это резиночка. Это ручки. Как ты любишь все ручками писать? Горит шарик, если будет. Да, можешь один раз ударить его, посмотреть. Не-не, от пол. Мы не поем. А это, да, ты посмотри, что это сначала? Ты уже увидела?
Что это? Это краски, как у Бианы. Не надо рвать этот пакет, Габуся. Мы бы туда могли складывать. Это краски, такие акрилик, как у Бианы. Видишь, это такие, которые надо выдавливать на тарелочку или на бумажку, да? И ими рисовать. Вот в этом альбомчике будем, да? А какие там есть цвета? Скажи мне, какие есть цвета? Правильно, black. White. Bright. Light brown, да, такой. Green light. Это не миттенсы для Габуськи, которая сейчас будет ходить, чтобы ручки не замерзали, да? А еще ты не раскрыла, что здесь еще один хачимал. Камешки мы можем их раскрыть и поставить в какой-то стаканчик. Сейчас мы возьмем мисочку, да? Say, I love you, Princess Unicorn Gubby. Oh. Oh. Только не три долго на одном месте, чтобы не была дырочка, потому что это тонкая бумажка. А вот наша Габиана, художник, подарила Габи какой подарок. Вау, какая-то книжечка. Все, она отдельно, отдельно. Можешь взять ее в руки. О, май годнес. Принцесс. Стикеры. А ну. Надо заклеивать наклеечки там, где пусто, знаешь? Помнишь, Орли тебе такую похожую дарила? Там где-то есть сейчас стикеры. Тебе надо будет эти стикеры клеить в нужное место. Сейчас найдем, где-то, наверное, в конце книжки. In the end of the book. Класс! А вот, вот все стикеры надо будет клеить там, где нужно. Ты знаешь, да, как это работает? Ты знаешь, где капка картинка была там? Ты видела ее? Подожди, подожди, куда ее не наклеила куда-то. Сейчас, подожди. Подожди, не спеши. Не спеши, клей. Аккуратно. Вау! Amazing! Yay! Good job! Good job, good job, молодец! Nobody! Габи пока рисует и перекусывает красивого Rainbow Dash. Красиво у Габи перекуска, да? Орешки, клубничка, виноград. Самая любимая еда Габуси. Она посчитала, да, этих три.
вкусняшки, вкусняшки. С днем варенья! Поздравляю тебя, дедушка, и тетя Наташа поздравляет, и бабушка поздравляет, и мама с папой, и Дошка, все тебя поздравляют. А как он целов... Love you, flip him. Вау, а он целовал палец тебе, нет? Дед... He not kissed finger.
Вот это он kissing. Kissing nothing. Why are you kissing? He does kissing in the water. Oh my goodness, это amazing, да? They even made bustle. Костя, кто давал зеленый мешок? Нет, Филипп принес тебе конверт. Это Дэвид, наверное. Look, look at oh my goodness! Yay! Это Тесса. Да, Тесса, это либо Дэвид, Дэвид дал. Это Дэвид дал. Дэвид, да, это Дэвид конфеты принес. Да, а это Тесса. Да, Дэвид это... Подожди, ты не посмотрела, что Дэвид принес? Костя, боже, все пони подарили. Дэвид, посмотри, какой тебе Дэвид сделал, как ты любишь упрессовать. Всякие штучки, муручки, боже, это все, все купили, как Габи любит. Даже не свет закрывается. Она сама открывала все подарки до этого момента. Я мусор собираю, пожалуйста. Хорошо, поэтому не нужно стоять на поготове. OMG! Это юникорн другой, да? OMG! OMG! Это все глиттери, как ты любишь. Ой, он тоже будет тебе фи... Так у тебя будет два пальчика, и на двух пальчиках будут целовать тебе пальчики они. Габи, you happy? Габи, you happy? Делать, что за пони? Там тоже какие-то пони. Где пони?